Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Наконец-то у меня есть печка теперь. Ну, не знаю, это должно быть такое или как. Ну, мне нравится. Хорошая печка. Но я хотел иметь круглый. Ну, они не могут делать круглый. И здесь такой нет труба, чтобы круглый делать. Так, тут дверца у меня хватит. Дверь здесь, чтобы для воздуха. И здесь тоже, чтобы вентиляция пошла. И сейчас будем обрабатывать казан. Прямо сейчас я буду это делать. И завтра же сделаю видеоролик, как приготовить плов. Так что печка уже есть, все нормально. Окей. Я думаю, хорошо будет с этой печки, не знаю. Он должен быть такой или как, но нормально, думаю. Если не так, как-нибудь обойдемся, пока будет круглая печка хорошая. Ну, нормально, я думаю. Достаточно. Все, это хватит. Для обработки казана нам нужно что там? Подсолнечное масло. Вот столько хватит. Неважно. Здесь где-то почти больше пол-литра. Хватит. Подождем, когда масло нагреется. Вот видите, вот так. Ва. Сейчас откроем, чтобы воздух пошел отсюда. Не знаю, какую оценку вы дадите. Здесь у меня 45. Так они сделали. Я показал фотки, как из-под казана, как в России делают. Но они мне сказали, что квадрат не могут делать. Так, у меня 5-миллиметровый этот железо. Ну хорошо. Посмотрим. Дай бог, чтобы получилось у меня хорошо. Пока не буду расстраиваться, все хорошо. Ну хорошо, будем обрабатывать казан теперь. Здесь закроем, а это здесь откроем. Для вентиляции хватит. Нормально будет. Станьте немножко ровно, дорогой мой. Красавчик, наконец-то ты у меня есть. Будем хорошие готовить разные блюда. Ну, первое блюдо завтра будет в эфир. Ну, как вы будете смотреть сегодняшний видеоролик, маленький видеоролик, и сразу же завтра будет видеоролик, как я буду готовить плов. А потом дальше будем сделать разные вещи. Масло еще не нагрето. Печка новая. Теперь туда подкинем две головки луковицы, поджарим и луки помажем по бокам. Вот я знаю так обрабатывать. Я так посоветовали, но я так смотрел, все равно как делать это все. Главное, что каждый раз, когда будете готовить, в конце обязательно казан должен быть чистым. Никогда еду не надо оставлять вовнутрь, потому что потом трудно будет чистить. И некрасиво будет смотреться. Он должен быть красивым и чистым. Вот так. Вот. Это уже у меня ждет, как будет завтра мясо туда жариться. Как плов будет там готовиться. Вот так. Вот, дорогие мои подписчики. Наконец-то долгожданный печка пришел ко мне домой. Вот главное, что до конца все время помазать маслом и с луком вместе.
Видите, у меня все, он даже так красиво получилось, лучок кушать хочет тоже. Вот так, обрабатывать хорошенько. Я уже почти закончил. Все, наш казан готов к применению. Главные блюда. Если вам понравилась моя печка, напишите в комментариях, это правильная печка или неправильная, так должен быть или не так. Ну, для мнений только, а так все равно он есть у меня, я буду с этими готовить. И правильно я делал это все. О, и все. О, дорогие мои подписчики, гости моего канала, спасибо вам, до свидания. Короче, сразу же после этого видеоролика вы увидите следующий день приготовление плова, узбекский плова. До свидания.